Всем привет! Вы на канале Дети Звезд. Поклонники певицы Жасмин привыкли видеть ее всегда жизнерадостной и неунывающей. Но в августе 2021 года ей пришлось пережить одну трагедию за другой. От последствий перенесенного коронавируса сначала умерла ее любимая бабушка Сара, а через несколько дней не стало и отца, Льва Яковлевича Монахимова. Певица до сих пор не может поверить в случившееся. На днях Жасмин нашла в себе силы поделиться своим горем с подписчиками в Инстаграм и рассказала о смерти бабушки. Она разместила трогательный семейный снимок и написала большой пост, в котором призналась, что подготовить себя к уходу близкого человека невозможно, даже несмотря на его преклонный возраст. Бабушке Саре было 90 лет. Родные уверены, если бы не COVID-19, она прожила бы и до 100. До последних дней пожилая женщина сохраняла прекрасное зрение, ясный ум и отменное чувство юмора, постоянно была на связи с внучкой. Жасмин поделилась, что все ее детские, юношеские и взрослые годы бабушка была рядом. Она заботилась о внучке, учила тому, что знала сама, делилась своей житейской мудростью и секретами вкусных блюд. Разве можно забыть ее ласковые ладони, веселые частушки и аромат фирменного хлеба? В завершении поста певица призвала всех в это нелегкое время пандемии беречь себя и своих близких. Подписчики поддержали Жасмин, высказав почти 2000 соболезнований и комментариев под ее печальной публикацией. Не остались в стороне и коллеги по шоу-бизнесу. Певицы Алсу, Зара, Слава, Анита Цой, Катя Лель, Ольга Орлова, актриса Алика Смехова, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, супруга Гарика Мартиросяна Жанна, композитор Игорь Николаев. И вправду говорят, что беда не приходит одна. Отец певицы был тоже болен коронавирусом. После похорон его матери, бабушки Сары, состояние Льва Яковлевича стало резко ухудшаться. В срочном порядке мужчину транспортировали из Дербента в Москву и поместили в реанимацию. После диагностики было обнаружено, что у него поражено 90% легких. Спасти его не удалось. Лев Монахимов был известным на родине балетмейстером, руководил танцевальным ансамблем «Пируэт», имел звание заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан. Мама певицы, Маргарита Семеновна, умерла в 1996 году от рака мозга. Ей было чуть больше 40 лет. Жасмин тогда была юной 18-летней девушкой, но в одном интервью призналась, что после смерти мамы сразу повзрослела. Теперь она осталась полной сиротой. А вам нравится певица Жасмин? Пишите в комментариях. Также не забывайте ставить лайк и подписываться. Удачи!